Для черенок, посаженного руками женского бригады. За сезон вырастает сеянец. Такие сеянцы скоро посадят в разных уголках Ульяновска. Питомники городского центра по благоустройству и озеленению бережно выращивают деревья и кустарники. На территории в 122 гектара все, что душе угодно. От березы и липы до пушистой туи и ароматной сирени. Всего 20 древесных, 12 кустарниковых культур, а также хвоя. За саженцами организован серьезный уход. Полив, подкормка, прополка. Сейчас, в данный момент, бригада занимается заготовкой сеянца для посадки закладки. В школу. Мы также выращиваем для продажи древесные культуры, кустарниковые культуры и хвойные культуры. В ближайшие дни саженцы займут свои места на улицах Ульяновска. Глава города утвердил план осеннего озеленения. Работникам горзеленхоза предстоит высадить 635 деревьев и около 1000 кустарников. Места высадки определили заранее. В первую очередь мы восстанавливаем посадки погибшие, поврежденные деревья. И второй пункт – это озеленение новых микрорайонов. В определении мест для посадки районов возникают большие трудности. Буквально вся зеленая зона, даже вот в этом случае, мы находимся на юго-западной, где происходит сейчас посадка деревьев, буквально вся зеленая зона пронизана подземными коммуникациями. Мешают трубы и электрические кабели. Чтобы найти коридор для посадки деревьев, приходится приглашать специалистов соответствующих служб. Деревья и кустарники, по словам озеленителей, максимально адаптированы к городским условиям. А октябрь – идеальное время для посадки. После дальнего засвияжья специалисты отправятся на высадку в северную часть города, к новым домам на улице Защитников Отечества. Анна Тищенко, Управда ТВ.